публичного развития района в 2022 году. Реализация программ в сфере социальной политики, потребительского рынка и услуг жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и других направлений деятельности проводился право района в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, населением района, общественными организациями, структурным подразделением префектуры Южного административного округа. Работы по приведению в порядок многоквартирных домов были отремонтированы 97 подъездов в 23 домах. В 2023 году запланировано выполнить ремонт 101 подъезда в 22 многоквартирных домах. В 2022 году за счет средств социально-экономического развития района выполнена работа по устройству рулонной кровли, ремонту подъездных козырьков и балконов последних этажей в доме по Востряковскому проезду, дом 5, корпус 3. В 2023 году на средства на дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию запланированы работы, замена входных дверей по адресу Балатниковской улицы, дом 5, корпус 6, устройство охраны защитной диверсионной системы по двум адресам.